Сегодня 22 июня. Деревня Самео в Тычине. Это Швейцария, итальянская часть. Все цветет и пахнет. Малинка уже красная. Много камней. Это старые дома, им уже лет под 300. Это инжир. Девочки, подскажите, как называются вот эти цветы? Они так пахнут, просто не передать. Они вот вместо забора. Изгородь такая. Гортензия. Сейчас еще здесь посмотрю. Вот она, виркула с виноградом. Это уже более современные дома. Еще 859 лет. Вот они, какие дома. Ну что, еще сюда спуститься, быстренько глянуть, что здесь. Окунуться в средневековье. Ну все из камня. Дорожки из камня. Дома из камня. Вот. Все из камня. Папоротник. Это что здесь? И запах такой приятный. Ой, не пойду я тут, какие-то прямо дебри, закоулки. Еще заблужусь. А вообще, конечно, красиво. Очень мне так нравится. Сочетание старых домов и новых. Иду здесь. Лилии цветут. Лагуртасия. Вот и солнце выглянуло. Такой сейчас прошел сильный дождь. Сейчас солнышко и опять душно.